нашей команды Санкт-Петербург. Общественное движение «Тигр» предлагает всем собравшимся обратить внимание на наиболее острые проблемы как автомобилистов в частности, так и всех граждан в целом. Отставая интересы большинства граждан России, предлагаем собравшимся поддержать наши требования в защиту наших конституционных и гражданских прав. Мы требуем полностью отменить транспортный налог и отнесения в стоимость топлива, так как мы считаем абсурдом исчисления транспортной налога, исходя из мощности транспортных средств. Мы не хотим мириться с увеличением налогов и полным отсутствием качества дорог. Мы считаем необходимым изменить топливную политику, какие нынешние действия нефтяников направлено лишь на получение собственной выгоды за счет наших с вами средств. Мы требуем снижения и распределения активных сборов в федеральный бюджет и дорожный фонд регионального федерального уровня с прозрачным и целевым значением. Государство может и должно влиять на политику национальных компаний, отставая прежде всего интересы автомобильцев. Бензин на внутреннем российском рынке должен иметь реальную стоимость. Мы требуем остановить повышение стоимости тарифного шага, который и так развернут по стоимости в соседних регионах. Мы считаем, что необходимо запросить контроль с страховщиками и усилить контроль с региональной антимонопольной службы на тарифной политике страховой компании в частности расходов, не связаны за включением бюджет от страховых случаев. Мы настаиваем на пересмотре технического регламента и проведение соответствия с Конституцией Российской Федерации. И здесь очень законодательно стало выгласить техническое регулирование международных первыми правилами интересов нашего бюджета. Мы хотим видеть на тех автомобилях, которые мы выбираем, а не на тех, которые мы навязываем. Мы необходимы гражданам России. Будем бороться за наши права и оставить наши законы интересы всеми законными способами. И на такие противодействия мы добьемся построения социального гражданского общества. И мы будем жить сильным, процветающим правовым государством, в котором наши власти будут мириться с нашими интересами. Мы готовы вступать на сильную взаимодействие власти для нашего взаимопонимания между властью и народом. А себя хочу сказать, что все проблемы, которые возникают в нашем муниципалитете, хочу сказать людям, монополизм нет. Мы, граждане нашей свободной страны, мы хотим защищать и будем защищать наши гражданские права. Согласно Конституции Российской Федерации. Спасибо большое. Сегодня слышал, хочу всех пригласить в знак поддержки нашего дальнего города, нашей страны, это город Владивосток. Год назад, 21 числа, жители города Владивостока вышли на публичное мероприятие в виде собрания. Им власти не согласовали публичное мероприятие, люди вышли возле новогодней елки провести хоровод. В ответ власти привезли московский отдел ОМОНа в Зубра, и люди, порядка 300 человек было в конечном итоге задержано на этом публичном мероприятии в виде хоровода. И поэтому я в знак поддержки нашего дальнего города Владивостока приглашаю всех принять сегодня в 15 часов на Дворцовой площади, приглашаю всех на новогодний хоровод в знак поддержки наших свобод. С этого согласования мы не должны уведомлять наши власти для проведения новогодних хороводов. Я приглашаю всех сегодня в 15 часов на новогодний хоровод на Дворцовой площади. Вы наши Ну вот, наконец-таки мы дошли. Я хочу еще раз попросить прощения тех, кто не получил сегодня слово. Я обещаю, что, значит, мы переговорим с предпринимателями, чтобы не здесь нас отметить, здесь вот чтобы в этом морозе, да все, а в помещении, нормальном, хорошем, значит, в участке чая и в прессировании, мы все это собрались и каждому дали слово по каждой проблеме. Будем сейчас этот вопрос обсуждать с предпринимательством, чтобы для того, чтобы такой формат выбрать. Поэтому сейчас я приветствую. Будьте, так же, терпеливы, не мучайте нас всех. Вы же хотите, чтобы мы были здоровы, активны, боевые. Вот. Поэтому не нужно хочу сказать про резолюцию. Значит, резолюция данная, она сделана таким образом, от каждой проблеме
одна строчка, одна-две строчки. И приложение. Значит, под этим приложением мы будем разводить, которые вы проблемы прикладывают это вот для наших чиновников, чтобы они, чтобы эта резолюция не имела только лозунгности в своем содержании. Под ним мы планируем собрать в дальнейшем подписи, значительное количество. И заплечь его также ждать. Мы участники митинга за соблюдение законов и конституционных прав заявляем о своей решимости добиваться наименее конституционного порядка и законности в Санкт-Петербурге. Финансовый кризис в России стремительно разрастается. Безработица становится массовой. На предприятиях растет задолженность по заработной плане. Работа крупным ребятам уничтожается наш город. Его парки, таблицы, веры, идет варварские плотительные застройки. Возводится уродливые мансарды, высокие здания, на месте уничтожаемых памятников архитектуры. Ради денег и наживы чиновники олигархи выгоняют на улицу людей, проживающих в общежитиях. Мошенники под прикрытием чиновников подбирают и раздают последние средства, скапливая на покупку жилья, превращают в обманутых дольщиков. Уничтожают доступные для жителей торговые зоны малых предпринимателей. Между тем, исполнительная власть, лицо губернатора, администрации, правительства города продолжает кормить народ бесконечными пустыми обещаниями и заявлениями о якобы принимаемых мерах. Хватит обманывать народ. Мы требуем реальных и конкретных мер, деятельность которых ощутят не больше особо приближенные к олигархам, а простой народ, подавляющая часть которого вынуждена вносить меньшинство социально. Эти меры должны касаться не только социальных сил, но и политических сторон жизни нашего общества.